Всем привет! Вы на моем канале Пуприна, и сегодня я хочу вам показать, как можно сделать сквиш своими руками. Такой туториал будет на сквиш, но не из бумаги. Нет-нет. Но я планирую еще снять видео, как можно сделать сквиш также из бумаги. Но сегодня будет интересный, очень интересный способ. Я этот способ сама придумала, и мне он показался даже очень интересным. Ну что ж, для этого нам всего понадобится очень мало всего. Это упаковка с влажными салфетками и какие-то бумажные полотенца, ну как в моем случае, или можете взять просто туалетную бумагу. И все. Да, все, ребят. Ну, и может быть еще понадобится скотч. Все, это такие детали, такие вещи, которые, я думаю, найдет у себя дома каждый. Ну что ж, поехали. Для этого нам понадобится упаковка из-под влажных салфеток. Мы тут достаем все салфетки. Тут у меня последняя осталась. Я ее что-то вытру. Или стол, или еще что-то. Вот так вот. У меня эта упаковка с салфетками была довольно-таки маленькая, так что вот так вот. Теперь надо, чтобы она внутри немного просохла, но пока она просыхает, нам нужны будут бумажные полотенца. Для этого я отрываю такой вот кусок бумажного полотенца. Вы можете взять туалетную бумагу, как я еще раз говорила. И рвете на вот такие вот маленькие кусочки. Ну что ж, как-то вот так вот получается. Я разорвала салфетку на вот такие вот довольно-таки маленькие кусочки. И сейчас вот эти вот кусочки мы будем запихать в наши салфетки, хотел сказать, в нашу упаковку из-под салфеток. Она у нас должна была уже довольно-таки хорошо высохнуть. И теперь мы наполняем. Мне кажется, что мне не хватит, наверное, одного бумажного полотенца, так что я, может быть, еще возьму одно. Ну, а вы там смотрите, какого у вас размера упаковка под салфеток, и как бы смотрите сами. Вот так вот, еще чуть-чуть, и да, как вы видите, мне не хватает нашей бумажки. Так что я, может быть, еще сейчас одну сюда нарву, и должно получиться классно. Ну что ж, вот я еще нарвала кучу салфетки, и сейчас также ее поместим в упаковку. Если честно, через такую маленькую дырочку очень тяжело запихивать эти вот кусочки, но мы справимся. Вы также можете прямо сейчас садиться со мной и делать наш будущий сквиш. Ну вот, уже намного лучше. И теперь нам понадобится скотч. Ну, или в моем случае, так как я оставила, можно сказать, вот эту вот открывашку, то можем просто вот так вот приклеить. Если вы хотите, вы можете обклеить какой-то бумагой или скотчем, или вообще что-то нарисовать на упаковке из-под салфеток. Ну, я этого не хочу делать, если честно. Мне нужен был сам сквиш. Так что давайте сейчас проверим. В
Знаете, можно еще кусочек такой салфетки, и прям будет эффект бомбы. Ну, он и сейчас классный. Сквиш. О! Ну что ж, если вам нравятся такие туториалы, если вы хотите вообще видеть больше всяких видео, если вам понравился этот сквиш, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!